Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что же, у нас закончилась неделя и турнир, конечно же, тоже. Поэтому забираем свои призы. Так, ну что же, мастер 3 звезды, как говорится, не ниже. И забираем награды. Так, 9600 сюриков, 50 ДНК на карайку, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Шикарно, плюс еще забираем здесь с тобой награды. У меня 851 доллар. Это круто на самом деле. Так, друзья мои, я потом пойду схожу, набью осколки, но это уже за кадром. Вот, смотри-ка, у нас на этой неделе будет разыгрываться Кейси Джонс. Слушай, а у меня, по-моему, он не прокачан, ведь так? Давай-ка мы сейчас глянем с тобой. По-моему, он у меня не фуловый. А, нет, нет, друзья мои, все у него отлично. Он имеет 5 звезд золотых. Единственное, что он требует, это перевести его в платиновый ранг. Значит, эта неделя опять будет лайтовая. Я не буду здесь, как говорится, особо гнаться за ДНК. Но, тем не менее, не забывайте, что я все-таки должен попасть в мастер 3 звезды. И испытания у нас. Сцены насилия и также городская война тени на солнце. Плюс эксперт, это у нас Усаги против мощи. А на платиновом будет у нас мощь. Интересно. Так, ну здесь нам пока ничего не нужно. Здесь, как мы видим, тоже ничего нам не дают. Так, сколько у нас с тобой? 61 монетка. Не хватает, понятно. Жетонов у нас тоже маловато. С ними вообще какая-то беда. Они не хотят просто-напросто копиться у меня. И у нас как бы это все застопорилось. Причем на очень-очень долго. Мы с тобой, не забывай, копим на Рафаэля видение. Ну что же, ребята, поехали. Будем, как говорится, делать буст. Так, Лига воинов. Давай-ка мы начнем с тобой. Может быть, нам дадут 11 кубков, а? Вот. Артурчик. Ну что же, я не против нисколечко. Давай тогда мы выберем наших самых слабых персонажей. Это 30 уровень. Из них один Бибоп, который у нас до сих пор находится в бронзе. Как ни странно. Поехали, начнем с разбора. Смотри-ка, Бибоп выжил. Но это ненадолго. Так, Лео получает. Естественно, он начинает отхиливать. Само собой разумеющееся. Ну хорош, нейтрализатор, успокойся. Блин, да что ж такое-то? Посмотри, 19-19 уровень, и уже такие сильные. Противостоят моим 30 уровням, причем довольно неплохо. Да ладно, вы серьезно, что ли? Ладушки, добиваем. Ну что, ребята, первая победа за нами. Сейчас мы с тобой быстренько-быстренько начнем подниматься вверх. И моя цель сегодня добиться, чтобы мы попали в лигу сёгунов 3 звезды. Я думаю, это будет идеально для нас, да? А вот попадем ли мы туда, это уже другой вопрос. Так, что у нас тут? Опа-на, смотри-ка, Эмили, сразу 11-12 кубков. Но уровень-то уже 21-й. А у меня еще до сих пор 30-й, верно? То есть мы рискуем с тобой. И заметь, везде стоит Леонардо. Что в первом бою он был, да? Что здесь? Ладно, тогда, наверное, мы начнем с массовой атаки. Давай, Донни. Постепенно урон повесили. Надо нам, наверное, с тобой забомбить Леонардо в первую очередь. Ну-ка. Есть контакт. А теперь... Ну, давай Рафаэля. Так, Чомпи. Подожги его. Отлично. И остается у нас Ванька-стиранка, который... Ну, Ванюш, успокойся. Успокойся, это тебе не поможет. Замечательно. Доник красавчик, да, здесь сегодня у нас сыграл отлично. Ну что же, мы с тобой, наверное... Перелетим на трехзвездочный, да? Скорее всего. Посмотрим. Воин 3 звезды, да. И 70-я позиция. Так, а здесь у нас что? 11-12. А дадут мне 11-13? Как ты думаешь, если мы с тобой хотя бы 4 разика вот так вот попробуем поменять? Наверное, нет. Хотя, вот, ребята, Игорь, 12-13. Замечательно. Но ты видишь, уровень уже 25-й. Мы с тобой летим, как эти, как ракета, елки-палки. 30-й уровень, Шигами 34-й.
Так, у него здесь бронза, серебро и золото. Я думаю, что должны справиться. Единственное, конечно, меня кто будет напрягать здесь, это Бакстер Стокман. Но мы начнем с тобой с уничтожения мухи. Так, Шинигами гипнотизирует. Слушай, понизили защиту, давай-ка бросим теперь бомбочку. Может быть, муха упадет? Не упала. Так, а Мондагека делает ускорение на свою команду. А этот еще и хиляет. Ё-моё. Ну-ка попробуем кусочек экрана бросить по мухе. Есть. Ну, а теперь давай-ка попробуем понизить им меткость. Хм, не вышло ни шиша. Вызывает маузеров. Упс, ребята, надо быть предельно... Валун в кого? Тихо, это очень опасно, друзья. Это очень опасно. Ну-ка, Бакстер упал. Теперь мы попробуем с тобой, наверное, Рокстеди уничтожить. Так, подожди, что-то мне не нравится. А если вот таким? Да ну! Быть такого не может. Так, подожди секунду. Все, уничтожили. Ну и Мондагека остается один. Я думаю, что шансов у него здесь, естественно, у одного нету противостоять моей четверке. Но теперь мне хотелось бы посмотреть. Мы перейдем с тобой? Да должны в следующий ранг попасть в данный момент, потому что мы с тобой ускоряемся, бустуем. И смотрим, да, друзья мои? В элите уже, и место у нас 69-е. Смотрим на наших противников. Так, дайте мне, пожалуйста, 14 кубков. Будьте так добры, а? Нет, пока даю 12-13. Не хотят. По-моему, ребят, мы с вами как бы опережаем, да, события. И они сказали: Рэй, притормози маленько. Не дают. Ну что же, я тогда предлагаю выбрать, наверное, Виви. И у нас там уже ближе к 40-му, да, идет уровню. 34-й, 34-й, 35-й, 35-й. Ну давай, давай посмотрим. Так, здесь, значит, Муха, Арахзар, Донателло и Рафаэль. Так, Пит, давай-ка мы с тобой, наверное, попробуем Муху сейчас. Ага, теперь массовую атаку от Лео. Что-то слабо как-то. Добиваем Муху и надо уничтожать, скорее всего, Рахзара нам. Давай вот так попробуем. Опа, готов. Так, Рафаэль тут что-то, я смотрю, разбуянился чересчур, да? Причем у него двойная атака, надо его быстренько гасить. Так, блин, бомбанул по Дони. Ладно, не имеет значения, ребята, все. Короче, победа очередная за нами. Тут главное, друзья мои, быстренько подняться. Тут, как говорится, любые средства хороши. Неважно, кто там будет драться, лишь бы нам не проигрывать и не терять ни одного из бойцов. Тогда будет, как говорится, у нас топчик. Так, элита 2 звезды, ранг 83. Немножко мы с тобой идем на понижение, я имею в виду по рангу, да, то есть мы с тобой повышаемся, но в то же время теряем преимущество по набору мест. Так, и здесь надо, вот, смотри, 13-15 на хайр. И уровень здесь, елки-палки, уже 32-й, 31-й. Уже практически с нами сравнялся. Так, а у меня уже 40-е. И причем вся фулочка, да? 5 бойцов из 5. Окей. Так, ну что, надеюсь, блин, тут майки. Сейчас будет первым, наверное, ходить. Хотя нет, смотри-ка, кролики мои все равно ходят первыми. Слушай, ну отлично, вжарили. И этот, естественно, усиляет команду на атаку. Ну а мы с тобой уберем, наверное, кого нам убрать? Лео, по идее, нужно уничтожить. Все, чтобы не было хила. Дальше, наверное, Макмана, потому что он довольно сильный. Упс, не вышло. Во, давай кожеголовый. Так, остался Крис Брэдфорд. Ну, давай вот так вот, чисто для понта, ребята. Супер ударом бомбанем. Готов. Причем с критом мы его вынесли. Так, как кролики там прикалываются. Не как эти, как акробаты прыгают. Ну, теперь интересно, мы с тобой поднимемся по рангу. Да, ребята, мы с тобой в элите 3 звезды и 82 место у нас. Так, 13-15. Дадут мне 14-16? А? Не дают. Пока не дают. Дают только ниже.
Хорошо, давай мы тогда с тобой сыграем против Роберта. Будем его разносить. Я смотрю, тут максимальный уровень 32-й, а у нас с тобой уже 40-е вовсю, да, идут? То есть мы берем преимущество пока. Ну, я-то наоборот хочу, чтобы мы как бы дрались на равных. Так, здесь Хан, здесь Кирби. Начну я, пожалуй, с Хана. Давай вот этим вот ударом. Бумс. Ну что, ползарубь отняли. А добить сможем мы его или нет, а? Заблокировались. А, у него контратака. Ну-ка, давай гранату, Бибоп. Слушай, ну неплохо. У него кролики уже есть. Ты прикинь? Он такой маленький, а у него уже кролики. Так, тихо, тихо, тихо. Контратака только на Кирби. Ну, Кирби мы с тобой уберем. Без проблем. Теперь нужно брать, наверное, в оборот кроликов. Есть контакт. Так, оу, Криса Брэдфорда убрали. Ну и остается Майки. Мы его сейчас уничтожим. Погоди-ка, смотри какой, а? Какой живучий. Ну, добивай его, Рафаэль. Все, друзья мои, отлично, мы с вами идем. Пока ничего у нас не было из проигрыша. Все бойцы целенькие. И самое главное, конечно же, повышаться. Ну давай, давай, хорош уже загрузка меня томить. Ты смотри, мы уже в самураях. Но уже на 96-м месте. То есть, скорее всего, на этом бою мы с тобой быстренько не перескочим на 2 звезды. И нам придется делать здесь 2 боя. И уже, как видишь, 13-16. Так, беру я, наверное, здесь Оуэна. Или Дуэйна. Скорее всего, там... А, непонятно. По-моему, Д, да? Дуэйн. Так, и здесь у нас уже 36-й... 37 уровень даже у Эйприл есть. Но у нас, кстати, неплохая. У нас идет Лео оригинал, который с провокацией. Потом, не забывай, есть Шреддер с отличным бафом и с отхилом. Но у них есть Эйприл. Так что давай, наверное, применять суператаку. Выпускаем болванов. Так, нужно, естественно, ребята, завалить нам быстрее Эйприл, чтобы она не отхилила команду. Так. Можно сделать, конечно, массовую атаку. Давай попробуем осколками, короче, пульнуть. Твою ж налево. А если я брошу баллончик? Давай рискнем. Так, бросаем. Есть. Есть контакт. И добиваем с тобой донаты Лафильм. Ну что, ребята, вы видите результат. Ни одного, как говорится, поражения. Мы с тобой двигаемся дальше. Ну что ж так долго идет загрузка-то? Что такое? В чем проблема? Ищем противника, что ли, мне или что? Да, ребят, как я вам и говорил, мы не перейдем, потому что слишком далеко сидели в хвосте. И вот теперь мы только на 23-м месте. Сейчас мы сделаем с тобой бой. Перепрыгнем. Кстати, у меня, ну, как я уже говорил, 851 доллар, но у меня нет ни одного отката. Но мы можем себе позволить купить. Ну, я думаю, не сегодня. Хотя, кто его знает. Так, кого мы с тобой здесь будем брать? Вот, конечно же возьмем Лукаса, у него 14-17. Это самый, как говорится, большой выбор кубков. И вот такую команду, 45 уровень, подожди секунду, сейчас посмотрю я кое-что. Ну, Хан, в принципе, нам не страшен, он, потому что в бронзе, хоть у него и 41 уровень. Сплинтер, Кирби. У нас в этой команде нет хила, но у нас есть Крэнк. Слушай, я думаю, мы, наверное, справимся. У нас есть Крэнк со своей массовой атакой, да? Плюс ко всему у нас с тобой Слэш и Рафаэль. Так, ну давай начнем с массовых атак. У него, правда, очень слабый удар будет. Ты видишь, да, сколько отняли хп? И Хан, ну есть... О, нет. Твою ж налево, блин. У нас понижена, ребята, защита, и это плохо. Блин, Кирби надо валить. Слышь, красавчик. Так, сделаем, наверное, с тобой массовую атаку. Ой-ой-ой, как ты слабо ударил. Кто у нас там следующим будет ходить? Сплинтер. Мы не позволим этого, верно? Так, Донателло. Кому он там врежет? Ага, Майки Космос. По Крэнгу досталось. Слушай, подожди секунду. Вырубаем с тобой, наверное, в начале. Да иди ты. А так... Есть. Теперь, значит, Донателло.
Финн, давай вот так вот с прыжка на него. Раздавили. И остается Хан. Вот здесь, да, ребят, здесь я немножко поднапрекся. Я уже подумал, сейчас начнется. Потому что, когда понижаешь защиту, а если у тебя еще и прокачан полностью этот скилл, враги просто разбираются на ура. Я сам это проверял, тестил, и я знаю, о чем говорю. Ну что же, мы с тобой попадаем в самурай 2 звезды, 58 позиция. То есть после этого боя, по идее, должны попасть в самурай 3 звезды. Но тут все зависит от кубков. Давай посмотрим, может быть, нам дадут 15-18? Не, такого счастья не будет. Хорошо, тогда я выберу Ольгу. Возьмем с тобой Ольгу. Здесь 42 уровень, это максимальный на Донателло. Ну, а мы с тобой берем, так, Лапекс, Майки, Рокстеди, Донателло и... Слушай, что-то мне здесь не нравится. Я предлагаю взять, знаешь что? Помнишь, как мы с тобой один раз так лопухнулись? Я думал, мы на равных сейчас победим, а вышло что? В итоге, что мы с тобой проиграли. А почему? Потому что у меня не было сильного персонажа, который бы мог, ну, так сказать, держать баланс. Так, Алапекс, начнем, пожалуй, мы с тобой с Кирби. Ну вот, видишь, какой ничтожный удар. Прокачаемся на атаку маленечко, да? Бафнулись. Теперь, Ванюш, давай, пожалуйста, уложи парочку хотя бы. Так, он парочку и уложил. Добиваем Кирби. Ага, Донателло. Как всегда выживают именно доники. Ты заметил это, да? Все падают, а Донателло именно выживает. Я тебе говорил, что их не класс, класс дони именно. Самый живучий. И самый, как говорится, наглый. В общем, ребят, давайте переходим с вами на 3 звезды в самурай. И посмотрим, на какое место мы с тобой приземлимся. 95-е. Это говорит о том, что нам нужно будет опять сделать 2 боя. Ладно, ничего страшного. 14-18. Все-таки мы добрались, да, до этих кубков. И возьмем с тобой Наталью. 44-й уже здесь уровень. Раз, два, три, четыре. А у нас 50-й. И причем 50-х уровней у нас с тобой очень-очень много. Я возьму сюда Тимати еще. Он 65-го уровня. В провокации сгодится. То есть он не допустит, чтобы нас кого-то здесь подбили. Вот он делает дразнее и берет провокацию. Я слова прям на ходу придумаю. Дразнее. Что это такое за слово? Так, а ну-ка подожди секунду. Кто у них здесь? Бибоп Хиллер, насколько я помню, да? Надо его уничтожать. Ай-яй-яй, не вышло. Так, Лео не смог пробить Тимати. Вот, в принципе, на это я и рассчитывал. А ну-ка. Да что ж ты будешь делать? Давай холодильник бросим. Ты дичь. Да, но так как холодильник у нас не прокачан, поэтому и урон мы получили здесь. Точнее, дали урона мало. Опа, Ванюша. Ванюша-то отжигает. Ты посмотри, что он тут натворил. Практически у него получилось, что он хотел сделать. Ну-ка, Кунаичи, врежь ему. Слабый зарядик был. Что ты там снимаешь, Лео? Не было же никаких дебафов. Так, сделаем, наверное, с разбега. И он должен упасть. Крепкий малый. Все. Друзья мои, ну согласитесь, массовые атаки наших противников очень сильно бьют по нам. Поэтому надо быть предельно аккуратным и желательно брать какого-нибудь хиллера к себе в команду. Но у меня хилов нету. Точнее, есть, но они там где-то далеко. Ну что, сёгуны нас ждут после вот этого поединка. И тут, о, 15-19. Джозеф. Конечно, конечно же, возьмем с тобой Джозефа. И здесь уже 51 уровень присутствует. Так, погоди-ка, мы с тобой тут отыграли всех, да? Тогда сделаем немножко по-другому. Мы к нашей пачке возьмем Змейка Вьюна. И можно, в принципе, взять Карайку. Змею. Хотел вначале взять Карайку обычную, да? Чтобы она кунаями бросила, но... Карай-змея тоже неплохо. Она может сделать... Тихо, тихо, чуть не нажал. Она может сделать крик души и замедлить противников.
Так, ну, как всегда, Майки укрепляет команду на атаку. Понятное дело. Давай, Змейковьюн. Опа. Ну вот, ребята, все, победа уже в кармане у нас. Массовая атака от Майки. Подожди, я не понял, откуда здесь у Донателло была броня? Ты видел, да? Мы только сейчас ее сбили. У него есть такая... Так, Бибо. Ну что ты делаешь? Делает он, ребята, иммунитет. Зачем? Ума не приложу. На, тогда валуном тебе по башке. А то его кореша Рокстеди. Ну вот, сейчас мы с тобой попадаем в сёгуны. Первая будет у нас как-то первая звезда, да, на сёгуне. А вот какое местечко? Наверное, где-то 75-е. А, 84-е, да? Не угадал маленько. И тут у нас уже 15-19 идет по кубкам. И я думаю, что мы возьмем с тобой какао. Да? Или нет? Лучше мы возьмем, наверное, Нико. Да. Ника как-то мне больше внушает доверие. Так, пятидесятники, да, у нас играют. Слушай, ну здесь надо будет взять кого-нибудь вообще супер-пупер имбового. И это, наверное, будет у меня Бакстер Стокман со своей супер-пупер волной и со своими маузерами-уничтожителями. Кто ходит первым? Ну, конечно же, Майки, ё-моё. Несмотря на то, что он 50 уровня, да, а у меня Бакстер Стокман 80-го, все равно враг ходит быстрее. Причем всей командой. Ну, дайте только сходить Бакстеру Стокману, и вам крышка всем. Ну, почти. Так, кем будем добивать? У всех урон? Смотри, контратака, ребята, на всех почти висела. Ну что, Шреддер, не дай боже ты промахнешься, мы с тобой получим тогда люлей. Нет. А ты прикинь, если бы он промахнулся, и каждый бы сейчас звезданул по нему, и он бы просто упал бы. И был бы первый проигрыш у нас с тобой бы. Но такого не случилось, и мы двигаемся дальше. Так, у нас местечко с тобой 34-е. Поехали. 15-19. Не дают мне, да, 16-20? Не хотят. Хотя, подожди, здесь есть 15-20. И это у нас Аудин. Я согласен. Я согласен с ним подраться. И тут у нас 1, 2, 3, 4. И возьмем, наверное, с тобой Армагона. Нет. Блин, или... Давай вот так вот. Почему железноголовый, ребят? Ну, потому что я подумал, надо провокацию здесь, если что, взять, да? Хоть и есть морзельная кошка у нас на отхил. Ну, а вдруг пойдет все не так, как обычно? Ну, сделаем, наверное, вначале замедляху. Вот так, на всех. Майки пошел в бой. Чего? Почему так слабо-то, эй? Я не понял, Юра, что они такие сильные-то, а? Друзья мои, по-моему, надо будет бомбить сейчас ракетами. Смотри, что творит, а? Ну, железноголового, естественно, никто пробить здесь не сможет. Давай-ка ускорим, наверное, нашу команду. Угу. Ты смотри, что Донни успел сделать, а? Защиту поставил. Это плохо. Так, шипами. Слушай, по-моему, тут, ребята, мы можем сфейлиться, если честно. Хотя уже, наверное, нет. Скорее всего, мы здесь выиграем. Опять же, благодаря только железноголовому. Ты посмотри, как он крепкий. Вот, упал, наконец-то. Так, комочек, давай снежный бросим с тобой, кошечка. Так, заморозили, ну, уже хоть что-то. Ты смотри, что происходит, а? Смотри, что происходит. Сколько у нас тут здоровья? Маловато будет. Надо уничтожать Донателло, а, Леонардо. Хильнемся с тобой, ну, хил тут слабенький. И добить Донни. Угу. Как же. Так, морозилка, хиляй. Ну вот. Слушай, у морозилки очень офигенный хил, ты заметил, да? Она восстановила практически все здоровье. Неплохо. Ну что же, мы с тобой переходим в Лигу Сёгунов. Две звезды. И нам остается только лишь до 3 звезд добраться, и все. И будет моя миссия выполнена на сегодня. Так, 84 место. 2 боя нужно еще сделать. 15-20. Хорошо, возьмем мы с тобой, наверное, вот этого вот, Женьку.
тут 52 уровень затесался, поэтому я его и беру, чтобы, как говорится, разобрать быстрее. 54 уровень, а у нас, смотри-ка, что происходит. Слушай, здесь, наверное, нам с тобой надо брать Лео. Мы уже отстаем, понимаешь, противник нас опережает именно по уровню бойцов. Так что только Леонардо нас здесь может выручить. Так, ну что, Лео, давай, коси их всех. Вот так вот, как говорится, без слов. И прикинь, если мы с тобой возьмем, например, еще 10 откатов. Мы сможем одним Леонардо просто здесь протусить и все. Так, посмотрим, на какое мы место с тобой приземлимся. Наверное, где-то 20-е, 25-е. Да? Почему-то я не угадываю. 38-е. Хм. И здесь... Во, 16-21. Анвар. Так, подожди-ка. Давай мы, наверное, с тобой возьмем здесь Усаги. И отыграем вот этих вот парней. По идее, Усаги должен положить постепенный урон. Но знаешь, в чем я сомневаюсь? Что они будут все падать. Давай проверим мою теорию. Если он лопухнется, боюсь, мы кого-нибудь потеряем с тобой. Но, как мы видим, все довольно идеально получилось. Усаги нас не подвел. И они сейчас будут падать все от постепенного урона, или мы будем их просто добивать. Так, все. Великолепно. У нас с тобой больше нет откатов. Мы взять с тобой никого не сможем. В откат именно, например, или Лео, или Усаги. Но у нас и без этого пока хватает бойцов. Так, ну-ка, вот, друзья мои, Сёгун, 3 звезды. Ну что, ставим новую цель, да? Мастер, 1 звезда нам нужна. Так, и здесь я смотрю, Кирюшка у нас тут слабенький. Возьмем Армагошу. Возьму сюда Зека. Так, Карайка, подожди. Так, нейтрализатора, плюс Паукуса и Карайку. Я больше уверен, сейчас мы их всех разбомбим. Карайка должна сходить первая, потом, наверное, Армагоша. Зек будет первым, да, конечно же. Зек будет первым. Так, теперь Карайка. Ну и дальше Армагон, по идее. Он сделает жирную точку в этой битве. О чем я тебе и говорил. Так, и давай-ка посмотрим, куда мы сейчас с тобой переместимся. Блин, я обожаю, когда вот начинается неделя новая, и вот это вот снизов подниматься по рангу до самых вершин. Самое любимое мое занятие. 48-я позиция. Слушай, я даже не думаю, что, ребята, мы сейчас с вами перейдем. Наверное, надо будет сделать 2 боя. Скорее всего. Так, смотри, 16-22. Серега. Так, Рафаэль. Слушай, ну тут... Блин, нам, наверное, придется с тобой купить 10 откатов, знаешь, для чего? Для того, чтобы отыграть Донателло и Сплинтера. Я не хочу, чтобы они просто стояли в уголке и не отыграли, как говорится, свою партию в этой пьесе. Так, ну что, начнем с уклоняшки. Уклонение поставили. И смерть с небес. Кому бы прописать? Наверное, Леонардо, да? Но не добьем. Не добили. Так, понизим защитку. Шикарненько. Так, иммунитет вешает, да? Немножко он, правда, запоздал. Слушай, здесь, наверное, либо за... Нет, защиту не будем. Надо пробивать нам Лео. Окей. Вот теперь берем с тобой провокацию на Рафаэля. И пускай что хотят, то и делают. Они будут просто... О, воу-воу, смотри, что делает. За это поплатится парень. Хм. Так, теперь Рок, кстати, выбирает там Пушкина. Зря ты это сделал. Так, ну смотри, что происходит. Воу, Донни упал. Мы даже не будем с тобой хиляться. Вырубаем Бибопа. Дальше у нас идет Рок, кстати. Сможем завалить его? Н-н-н. Причем иммунитет, поэтому мы с тобой постепенно урон не повесили на него. И остается Микеланджело. Что он тут делает? Выплясывает, да? Зря ты, парень, это сделал. Давай, фирменный удар. Тыщ. Все. Что я хотел, то и получил. Так, ну теперь придется нам с тобой брать 10 откатов. Для того, чтобы использовать Сплинтера. И кто там у нас еще остался? Да, мы с тобой даже в Лигу Мастеров еще не перешли. Так, секунду, давай мы возьмем. $250 мы тратим на 10 откатов. Отлично. Так, секунду, что я хотел.
Я хотел следующий бой. Вот что я хотел. Возьмем 16-22. Возьмем с собой Лео, возьмем здесь сюда Усаги, Донателло, и у нас Сплинтер. Остальные все ребята отыграны, да? Ну тогда давай до кучи возьмем еще кого-нибудь. Ну, например, да тут любого можно взять, не имеет особой разницы. Но противник, ты смотри, уже 68 уровня, практически 70-го. То есть круто. Ну-ка посмотрим, как у нас тут справится Усаги. Да он должен справиться, ребят. Это же имба. И Лео добивает. Красиво, красиво. Конечно, я бы хотел бы сходить на испытания, ребят, сегодня. Но, к сожалению, через 3 часа мне надо идти на работу. А перед работой желательно поспать, потому что мы идем, как говорится, в ночь работать. И надо будет еще ночь простоять. 12 часов, ты представляешь? Вот так, да. Но через 2 денька, ребята, будут длинные выходные. И мы, как говорится, с тобой будем тут шуршать. Ну, как видишь, Лига Мастеров, ранг 64. Можно, конечно, было бы еще сыграть бой, да, из 5 персонажей. Но зачем нам сейчас тратить откаты? Не стоит, все равно нас потом сбросят. Главное, что мы дошли до Лиги Мастеров. Ну и вроде бы все. Так, я пойду, наверное, пока набивать вот эти вот осколки, друзья. Ну, а мы с вами увидимся в новых следующих видосиках. Так что всем пока и до скорого.